Гром, здорово. Я тут. Я живой. Как это ни странно. Передаю привет Министерству обороны, которое нас наебало, начиная от отпуска, включая принудительную мобилизацию. И также своему командованию, которое нас лило, из-за которых я теперь в плену. Привет командиру Киржаку, который говорил, что будет нормально, все будет, в обороне будете сидеть. А отправили в самое пекло, в самую гущу. Просто взяли и без автомата, и просто с лопатами отмирали на личную смерть. Латунь, спасибо тебе большое. Передаю тебе огромный привет. Вот. За то, что я попал сюда. Так, первоклассники слушали тебя? Слушали. Внимали всем твоим рассказам. А на деле нет и капли правды то, что ты говорил. Просто меня кинули и все. Неправильный командир. Мы верили тебе как отцу, можно сказать. Но отцы так не поступают со своими детьми. Предали. Просто выкинули как ненужного человека. Ну, как может даже и по национальности. На смерть. Верно. И то, что там было, сказал, этого вообще ни хера не было на самом деле. Все не так, как ты говорил, рассказывал, что все выполнимо. Это все ни хрена не выполнимо. Предательство. Не с моей стороны предательство, а со стороны Министерства обороны. Не знаю, что будет дальше, обвиняют меня вообще нет. Или, может быть, я уже дезертир в ваших глазах. Я просто выполнял приказ, а по итогу меня слили.